Сегодня в Татарстане стартовала оперативно-профилактическая операция «Ель», в рамках которой организовано усиленное патрулирование лесных участков в целях предотвращения фактов незаконной рубки ели и сосен, а также незаконной торговли хвойными породами деревьев на елочных базарах и в других отведенных для этого местах. Профилактическая операция продлится до 31 декабря. За нарушение в данной области для привлечения виновных лиц к административной ответственности Кодексом административных правонарушений Российской Федерации предусмотрен административный штраф до 4000 рублей для граждан, до 40000 рублей для должностных лиц и до 300000 рублей на юридических лиц.